Привет-привет, дорогие друзья и любители игр в жанре поиск предметов. Меня зовут Гудмен, и мы продолжаем проходить игру под названием «Таинственный парк». У нас очень интересное расследование, так что, наверное, можно приступать. Но маленькое отступление, друзья. Дело в том, что у меня приболел ребенок, и периодически вы можете слышать неигровые звуки на фоне. Имейте это в виду. Это не какой-то там плач или вскрикивание в игре, а это мое окружение. Все, можно начинать. Всем приятного просмотра. Напомню, друзья, мы вчера открыли дверь, решив при этом довольно, на мой взгляд, сложную головоломку. Очередная нелепая трагедия в парке. Человек умер от смеха. Ну вот здесь что-то мифическое, я бы сказал. Если бы этот камень был цел, возможно, эта заколдованная доска могла бы поведать мне что-то интересное. Какой камень? Типа в центре что-то, я так понимаю, да? Так, нужна монетка. Вообще, что у нас за предмет? Кстати, у нас камень-то есть. Шарик можно вернуть на родину. Отвертка, нож. По-моему, предметы немножко по-другому располагались. Может, я ошибаюсь? В общем, какой-то комбинация. Вообще, это похоже на шахматы. B3, D1, A4, C2. Вполне. А может быть, какое-то поле расчерченное, просто ABCD и там так далее. И цифры, собственно. Ну, я думаю, найдем применение. А вот, собственно, оно. Видимо, те буквы и цифры, которые показала колдовская доска, относятся к этому изображению. Попробую установить синие фишки. По координатам B3. Как вообще они двигаются? То есть... Ага. B3, D1, A4, C2. Сюда. Отлично. Так, кусочек пластинки. Визуально мы еще даже половину не собрали. Нитки. Книжка. Книжку мы знаем, где делать. Где использовать, где делать. Где делать, мы не знаем, но мы знаем, где можно использовать. Я думаю, просто для фона. В общем... Котик, наверное, питается условными мышками. Кинжал. Да, поехали. Очередная сцена поиска. Шарик, заметьте, вернулся. Хотя он у нас находится в инвентаре. Мы еще даже его не использовали. Да, вот в чем разница. Вчера играл в этой локации, очень быстро все искалось. Сегодня как будто первый раз вижу, и вот что-то так с трудом все идет. Идет медленно, но как-то вот хотелось бы быстрее. Хотелось бы быстрее, а быстрее не получается. Почему-то что-то вот не дает мне. Так, подзорная труба и шестерня. В принципе, несложно, большие предметы.
Так, явно еще не хватает. Цена поиска должна... До сих пор нету. Ну и взрывчатки, собственно, тоже нету. Так, так много комбинаций, можно потратить целую вечность на то, чтобы подобрать нужную. Да, действительно. У нас только нитки получаются из новых предметов. У нас только нитки. Давайте шарик, наверное, отнесем, но одного-то шарика будет мало. А, значит, надо еще один шарик, вот этот надуть. А у нас нитки как раз, ну, собственно... Наверное, все. В этом ящике может быть что-то полезное, но сначала его нужно открыть. Попробую сделать так, чтобы в горизонтальном окошке все символы различались по цвету и форме. Блин, а как это по цвету и форме? Тут все равно же будут совпадать. Ну вот, я вижу только 4 здесь. Ну, а как это по форме? Четыре масти всего существует. Как может быть 4 формы? Объясните мне, друзья. Может, я что-то не понимаю? Ну, невозможно это сделать. Я не понимаю тогда. Или имеется в виду, что просто не должно быть двух одинаковых мастей, тогда дело другое. Тогда можно такое допустить. Блин, а как это рассчитать? Так, слушайте, только подбором, если думать. То есть я предполагаю, что логика здесь мне не сильно поможет. Хе-хе-хе-хе. Так, ладно, давайте сделаем так. Посмотрим, какие масти и сколько раз встречаются они. Допустим. Ну, видите, это уже невозможно в теории. Раз, два, три. То есть здесь все разные абсолютно. Здесь есть повторяющиеся? Я вижу уже одну. Вижу вторую. Ага, здесь две, здесь два варианта. Хотя нет, смотрите, вот это только одна. То есть давайте вот эту оставим здесь. Это уже подспорье какое-то. То есть это быть позиция не может. Это не может. Остаются две. Давайте проверим то, что осталось. Нет, 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 нет. Не подходит. Давайте попробуем другую. Давайте попробуем вот эту. Уже неправильно. Блин. Мне кажется, вот это вот интересная была позиция. То есть и так никак. Смотрите, на большой вот это только один раз встречается. То есть здесь есть конкретно фигуры, которые попадаются только один раз. Это вроде как подсказка должна быть. И мы нашли две таких фигуры. То есть вот на большой вот это вот один раз встречается. Здесь это встречается один раз. Я не могу, у меня шум на фоне просто настолько отвлекает, друзья.
Хорошо. Верно. Нет. Блин, а какая здесь тогда логика еще может быть? То есть я самый очевидный ответ, понимаете, обвел, тогда получается только подбор остается. Других вариантов-то здесь нету. А подбором мне вообще бы не хотелось. Тут вариантов-то сколько получается? Вот сердечко один раз тоже встречается. Черви, да, как там оно называется? Это масть. Ну так что ты не едешь как? Давайте, допустим, от черви будем плясать. Не может быть. Ну вот это. Тогда здесь должно быть. Нет. 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 Не подходит. Все получается опять мимо. Все опять мимо. Блин. Ладно. Блин, да не знаю, за что тут ухватиться, блин. Почему самые логичные вещи не работают? Вот как так можно? То есть, хорошо, этих две. Этих две. Этих две. Ну, здесь только вот эта одна и вот эта. И еще какая-то фигура была. И вот эта одна. Но ни одна, ни вторая не подходит здесь. То есть, мне получается, предлагают выбирать из того, что попадается очень часто. Ну, блин, где логика? Есть какой-то другой способ это исключить. Да, если брать большую фигуру, реально только вот это, наверное, один раз встречается. Я бы тогда от этого плясал. Ну хорошо, давайте без нее будем пытаться что-то сделать. Неправильно. Неправильно. Ай, блин, я что-то посмотрел, думаю, о, как классно, все получается, ага. Фигушки. А, блин. Так, ладно. Ты быть не можешь. Давайте подбором просто делать. Ничего, друзья, не остается. Я свои все вот идеи логические, которые мог привести, я их попытался привести. Они, собственно, не сработали. Все уже неправильно. Дальше. Все тоже мимо. Мимо, мимо. Можно, в принципе, сразу уже рассматривать. Когда одно исключаешь, в принципе, да. Если ты поставил две, то у тебя можно уже какой-то вывод делать. Так, а то подходит, значит, опять нет. Не подходит, не подходит. Опять нет. А чё я... Боже, что я, сколько ошибок совершаю. Ай, как же все это упорядочить, эти мысли, друзья? Чего сегодня вообще мысль не идет в голову?
Да, я, видимо, знаю, почему. Зря я сел, друзья, записывать, когда у меня кричат и орут дома. Мысли совсем не об этом. Я понимаю, что я оправдываюсь, но, блин, я пока немножко похожу. У меня просто не это. Не идут мысли в голову. Давайте пока побродим по новой локации. Тут, я думаю, есть чем заняться. Тем более отвлечение — это, наверное, самый лучший способ немножко вникнуться в игру. Так. Черпак, парик. Вообще, мое мнение, этот пазл довольно специфический. То есть я не очень люблю пазлы, которые, в которых надо что-то делать подбором. То есть, ну, по мне, это не совсем пазл, это просто какая-то угадайка. Иногда кому-то повезет, можно быстро что-то угадать. Я же мегафон нажал, или это не мегафон? Я что-то не понимаю. Вот это мегафон? Ну, так что вы? Я не дожал. Так, руль и тапок. Какая комбинация интересная, руль и тапок. Тапок. Руль. Гармошка. Мужичок с гармошкой, поиграй немножко. Помните такую песню, когда там Наташа Королева выпивала? Может быть, не гармошка, а губная гармошка имеется в виду. Вот это вот. Тогда не совсем правильный перевод. Это не гармошка называется, а есть какое-то другое название. Я даже помню, в кроссвордах, я давно уже, правда, их не отгадывал, но в кроссвордах иногда пишут, там, ну там, допустим, слово «губная гармошка», и типа «назовите правильно». Несчастный случай в цирке парка Фейргейт. Клоун сорвался с каната. Мистер Гридин, владелец парка, не думает, что с заменой возникнут проблемы. Луи Гош был весьма посредственным клоуном. Я думаю, после вот этого несчастного случая вся вот эта вот условная чернуха начала и происходить в парке. Три, семь, пять. Я думал, это уже код какой-то. Я помню это в Silent Hill, друзья. Головоломка была тоже, нарисованы были знаки зодиака. И как бы, а рядом там какие-то цифры стояли. И сиди, думай. Там какой-то человечек, я помню, был изображен, и вообще никаких подсказок, по сути дела, не было. То есть ты должен был сам из этой визуализации понять, что разработчик от тебя хочет. Ох, там весело было. Так, мы фитиль, я так понимаю, взяли, да? Так, еще кусочек пластинки. Кочерга. Можно, кстати, покопаться в углях. Фитиль. Интересная шкатулка. Видимо, чтобы ее открыть, мне необходимо выбрать в левых окошках предметы, которые ассоциируются с животными справа. Ну, заяц для меня — это шляпа. Шляпа и палочка, в принципе, да. Змея — это какой-то... Да... Дудочка, типа, и из кувшина она вылазит, там, условного кувшина какого-то сосуда. Хлыст и... И это, в общем, да. Степлер. Любопытно, где мне степлер нужен? Даже мысли нету. Ну, единственное, что кочергу, если возвращаться... Вообще, по-хорошему, этот пазл решать. Фитиль здесь... Как его зажечь? Жаль, что та единственная спичка, найденная мной в машине, пошла на горелку. Вообще, молодцы разработчики, что вот такой вот акцент на детали делают. То есть я вчера акцентировал внимание на аккумулятор, который мы воспользовались, а потом пошли, вернули на место, потому что это наша машина, и нам на чем-то надо уезжать. Если вы вспомните, друзья, допустим, «Проклятый отель», в некоторых частях тоже наш герой использует свою машину, точнее, внутренности для какого-то там... на каком-то определенном моменте, чтобы пройти какие-то сложные места, там тот же аккумулятор, к примеру. Назад он его не возвращает, но в ролике потом он спокойно уезжает оттуда. Да, это мелочь, но я всегда говорю, на мелочах вот
по мелочам и можно определить хорошую профессиональную студию от какого-то любителя условного, который вот просто делает так, знаете, на авось или, как говорится, не считает это важным. Хотя детали, они всегда отличают хорошую игру от суперхорошей или очень хорошей. Попытка номер два. Давайте помозгуем, что здесь можно придумать. Честно, друзья, блин, я вижу только подбор. Один дурацкий, гребаный подбор. То есть я не сильно представляю, что можно здесь сообразить. Но вот уже не решается, потому что... Здесь что-то, блин, несложное будет, очевидно. Уже неправильная комбинация. То есть сердечко заведомо тоже не идет. Уже неправильное. Уже неправильное. А, стойте, ну да, у меня этого нету. Уже неправильное. Ну и повторение пошло, собственно. Не подходит. В принципе, здесь подбора можно сделать, я думаю, без проблем. Буквально какая минута надо. Так, не так, и не так, и не так. Сердце неправильно. Уже не совпадает. А вот, наверное, мы решили, друзья. Нет, блин, я не, на эту не посмотрел. Ну, значит, неправильно, да. Уже неправильно. Ну и все, оно пошло по кругу. Дальше. Уже неправильно. Два, три. Уже неправильно. Уже неправильно. Ну и все, мы это уже делали. Дальше. Смотрим здесь. Это возможный вариант. Неправильно. 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 Это мы уже делали. Тоже неправильно. Дальше идем. Неправильно, неправильно, неправильно. Так, смотрим. Уже неправильно. Дальше. Уже неправильно. Где тут правильно, блин? Я что-то пропустил уже, или тут все гораздо хуже? Так, это неверный вариант. Это возможный вариант. Так, а что у нас остается? Уже неправильно. Надо, чтобы вот эти были. Дальше. Да, уже не про... Да, уже неправильно. Сердце и... Уже неправильно. Неправильно, неправильно. Пошло по кругу. Дальше. Неправильно. Так, что здесь? Возможный вариант. Уже неправильно. Так, сердце и это неправильно. 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 Уже неправильно. Смотрим дальше. Неправильно. 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 Вот так вот. Короче, извините, но тупо методом исключения. А может здесь, кстати, не надо какая-то веревка условная? Да, приводной ремень нужен. А, кстати, слушайте, а чего мы мучаемся? Приводной ремень. Можно пойти в машину, наверное, мне так кажется. И... Трафарет. Скрепить наш ремень и принести сюда. В принципе, я вчера про это думал, что нам, скорее всего, потребуется наша машина, чтобы... закончить
все дела. И, кстати, да, машина очень даже решает. Все. С этой локацией можно распрощаться. Осталась только там краска, вымазанная на двери. И получается, наверное, практически все. И что у нас тут? Клайд, я воспользовался твоей аптечкой. Мне понадобился нашатырь. Пузырек я вернул, ключ у меня в шкафчике. Надеюсь, ты не забыл код от замка. На всякий случай напоминаю, что это стоимость билета на мое выступление. Кусочек пластинки. Какая удача, я нашел афишу мистера Чамли, где написано, что билеты на его выступление продавались за 2,49. Это я понимаю в кабинете, друзья. Стойте, а где же это было? Здесь это надо было аж туда, получается, идти назад. Или здесь что-то было? Так, тут нужна монета, билет. Тут что-то ж надо сделать. Хочу вспомнить, что здесь надо сделать. Ладно. Вот здесь. Два. Кассета. Ключ. Кусочек пластинки. Ключ от аптечки, я так понимаю. Вот он, друзья, последний поиск. Я как-то уже и подзабыл про этих рыбок. А здесь-то их еще достаточно. Эти палочки здесь так неплохо спрятаны. Еще две. Еще две. Тут можно накликать. Ой-ой-ой. Подвинусь-ка я, друзья, немножко ближе. Динамит. Осталось только найти, чем это все можно было бы зажечь. Еще сцена поиска, знаете, где будет? Сцена поиска еще будет в будке. По-моему, только два раза. Слово greed. На кассете из шкафчика мистера Чамли записано всего одно слово greed. Что бы это значило? Поиск? Нет. Любопытно. Ой, не сюда. Ну да, тут не подберешь пароль так просто. Зажигалка. Вот и решение многих проблем. Да, должна была быть цена поиска здесь. Только одна была.
А успеем убежать? Ага. В смысле, ты будешь еще монитор менять? А здесь нужна видеокассета. Там какой-то план, кстати, нарисованный, видели, был? Что-то про парк. Так, тут вроде все. Давайте сходим, аптечку заберем. Посмотрим, точнее, что здесь. Что у нас есть? Нашатырь, пен, зажигалка, трафарет. Ну, можно пойти пушку пустить. Кстати, мы тут все поделали. Монетка еще не хватает, по-моему, да? Ой, точнее, монетки, билета не хватает. Ах ты ж, блин, где сидел, засранец? Так. Заметьте, как сейчас быстро пластинки берутся. То есть я вчера думал, что прохождение затянется, а сейчас практически каждое действие, видите, нам дает кусочек пластинки. То есть фактически уже конец игры. Я так понимаю. А вот и, собственно, угу. Сейчас все на месте починим. Локи, пластинка, портал. Кажется, это записная книжка Луи Гоша. В ней идет речь о каком-то портале в другой мир. Судя по рисунку, чтобы открыть его, нужна пластинка. Уж не та ли пластинка, части которой разбросаны по всему парку? Так, где мой нашатырь? Кукла. Thanks, my friend. I don't want to stay here any longer. And you'd better get out of here too. There's something evil going on. This park. I don't know for sure, but I believe it's connected to Louis Goss, a clown that died 2 years ago during a circus performance. If I'm wrong, I don't want to know. I've had enough of this place. If you want to know the truth about this place, figure it out on your own. The only thing I can do to help is give you this videotape. The doll tried to destroy it. I don't know what's on it. Perhaps nothing of consequence. Good luck, my friend. Вот так. Сочка не хватает. Еще склеить потом же надо ее. Значит, мы сюда вернемся. Вообще, плохое место для штаба условного, потому что если он здесь держал пленного, значит, это место как бы довольно безопасное для него же.
Телевизор. Ну, вообще, телевизор с компьютером не очень сочетаются. Там надо специальные кабельки. Если хочешь использовать ТВ, это сейчас, а тогда еще сложнее было. В общем, даже в теории это невозможно было. Там надо был переходник с карт специально. Ой, я думаю, ребята, вы сейчас тут наделаете делов. Шар что-то показывает, но я не понимаю. Так, значит, мы сюда еще вернемся. Ладно, у нас пока есть что делать. Давайте проверим все, что осталось. По-моему, тут все. Есть кассета. Есть телевизор. Есть... А, так это... Просто был экран. Ну, все понятно. Мол, это компьютер цельный. Дверь, замазанная краской, помните? Сейчас какую-нибудь жидкость найдем, которая смывает, и тряпочкой сотрем. Растворитель, вот он. Так, ну что? Разгадка очень близка, друзья. Мы практически это сделали. Он запишет, да? Чтобы увидеть эти символы, мне пришлось приложить немало усилий. Надеюсь, они действительно важны, и это не просто чей-то незатейливый рисунок. Да, этот рисунок явно чья-то... Тут ничего нету. Вообще, тут тоже сцена поиска. А где, кстати, наш этот товарищ? Сидит сзади? Давайте просто проверим, мне интересно. Нет, убежал просто. Вот и слово «greed». Я не ошибаюсь, грид, по-моему, это жадность. По-английски даже хочется посмотреть, но не буду отвлекаться. В конце ролика узнаю. Для себя лично. Так. Пентаграмма, сердце, месяц, солнце, овен. Нет, солнце здесь. Здесь овен. Здесь сердце, да. Последний кусочек пластинки. Ага. Мистическим образом она собралась. Видимо, нож оставили, чтобы это... Если вдруг нападет клоун, дать отпор какой-то условный. Старый ржавый замок, даже скважина не видно, надо бы его почистить. Надо его полить. Здесь надо гирька.
Так, ну теперь все понятно. Странный какой-то мир. Очень странный мир. Ух, как тут все странно. Да, тут, видимо, другие законы действуют. И ведро можно вполне на потолке искать. Вот Гиря, допустим, там и лежала. Банджо. Может, это музыкальный инструмент. Я его не вижу чего-то. А, наковальня, не подкова. Трубка. Я так понимаю, курительная трубка, но может быть трубка, и знаете, обычная трубочка условная, а почему бы и нет? Я не вижу эту трубку. Просто писали бы тогда курительная трубка, я бы искал курительную. Раньше писали почему-то, но на английском, если я не путаю, для курительной трубки отдельное слово выделено, а на русском почему-то разработчики... Труба, допустим, тоже может быть трубкой, как они перевели, смотря. Напильник. Так, очень горячий, ну, вряд ли этим остудишь, веревка. Да, это последняя локация, скорее всего, конец игры. Волшебная палочка. Давайте сходим, посмотрим, что дальше. Боже, сколько инструментов дали. Дудка не отсюда? Вы серьезно? Взяли ключик. Не хватает каких-то, ну да, две смеющихся маски, скорее всего. Указатель. Как в этом, помните? Головоломки с зайцем. Только там кролик вылазить должен был, а здесь у нас змея. Опять же, отсылка головоломки, змея и это. Теперь можно вскрыть змею. Так, кукла. Что тут еще? В общем, надо маски эти искать. Они где-то здесь находятся. Все-таки все равно по три сцены поиска. Они не хотят отступать. Тут
походу просто можно нажать предметы, которых еще не было, и ты будешь прав, наверное, на 100%. Вот веретено, честно, я-то и не помню. Самоката, кстати, не было, но вот здесь он тоже не выделяется. Печать, мозаика. Тут не мозаика, а кусочек мозаики я где-то видел. Вот он. Так, радиатор. Интересно. Веретено, радиатор и печать. Ни одного, ни другого не вижу. А вон веретено сверху уже, я же его нажимал, когда там искал. Радиатор, что может быть проще, друзья? Это же батарея фактически. Так, пинцет, боже, еще инструмент. Зачем мне столько инструментов? Ключ мы нашли, кстати. Ключ мы нашли. Одна маска. Гирька для весов. Теперь сюда используем гирьку. Вылез паук, которого надо, может быть, отсюда. Да, так у нас ключика-то заводного и нету. И поливать, в принципе, тоже нечем. У нас только маска есть. А что нам одна маска даст? Ничего. Вот сейчас я реально не знаю, что делать. Потому что здесь активных зон я не видел. Может, пропустил какую-то зону активную. А почему по лестнице наверх залезть нельзя? Я пропустил раньше. Столько дали инструментов, и неужели нигде ничего нельзя использовать? Казалось бы, блин, во всей игре фактически нигде ничего не пропускал, все помнил, где что находится. А тут в двух соснах не могу разобраться. Пинцет, кукла, указатель, разводной ключ, клещи, веревка с ручкой, дротик, пластинка, фен, нож. Да, тут ничего не сделаешь, тут нужен заводной ключ, здесь нужна какая-то условная лейка, либо ведро. Тут вообще ничего в этой локации нету. Вот указатель, наверное, где-то повесить, и что-то откроется. А вон там указатель надо будет использовать. А здесь надо найти вторую часть маски, без нее нас дальше не пропустят. То есть нашел бы я маску. Цена поиска была. Тут делать не... Стоп. Маска лежит. Ну все. Лейка, наверное, без воды, я так понимаю. Так, инструментов куча, копать нечем. Очень весело. Чтобы снять эту ловушку для пальцев, мне придется нажать все кнопки в правильной последовательности. При неправильном нажатии, ну, все понятно. Вы серьезно? Я правильно начал? Кукла. Что дальше? Ах
Так, что здесь? Здесь какие-то жуки. Растение почти погибло. Надо убрать пинцетом, что ли, их убирать. Как их убрать? Ну, я не знаю, руками можно убрать. Что тут такого? Ну, у тебя есть клещи, давай. Нужен ключ. От инструмента избавились одного. Необходимо найти все детали. В траве могут лежать. А как траву подстричь? Так, ладно, единственный нюанс, если вдруг у меня все-таки можно полить сейчас растение, тогда что-то... Да, оно было все-таки уже это заправлено. Заводной ключик, я надеюсь, чтобы сюда больше не возвращаться, да. То дальше. Ага. Паука пустить на тех гусениц, он их порвет, короче, на части, походу. Как нет? Я не понял. Вы серьезно? Может, паук этот порвет этих? Нет, ничего паук не порвет здесь, никого и ничего. Феном не хочет сдувать куклы. Кстати, газоношкосилка есть. Че это я туплю как можно? Я всю косу какую-то думаю, столько инструментов, а косы нету. Так, сердечко нашли. Опять же, кстати, заметьте, пазл у нас был такой, ну не сегодня, а вчера. Помните, мы искали различные соответствия. Вот вам и пожалуйста. 5-3 сцены поиска будет, это жестко. Ладно, изучаем новую сцену поиска. Надеюсь, последняя в игре, и больше не придется ничего учить. Блин, какие же здесь мелкие детальки, противные, это до ужаса. Ой, боже ты мой, тут это деталек этих мелких, вы посмотрите, в полочках лежат. Это же кошмар просто. Лист, шило. Ой-ой-ой. Шпингалет. Да, друзья, это... Блин, если это не последняя сцена поиска, я буду крайне удивлен. Это реально как последний босс выглядит. Здесь просто жестко все так вот. Реально половина предметов настолько мелкие. Их реально тяжело увидеть. Ситара, что-то знакомое. А что за ситара? Может, сигара? По-моему, слово ситара есть. Я, кстати, даже не скажу вам, что это за слово такое. Гитара, кошелек вот, кстати. Инструмент такой, да? Это где-то встречал когда-то. Да, самое простое осталось. Телефон старый. Я, блин, все новое ищу. Так, есть пила. Ну, хорошо. Медальон. Что здесь? Размягчить сухую глину. Водой. Дальше. У меня есть глина, у меня есть драгоценный камень. Пока не очень въезжаю, зачем мне это надо. Так. А, разводной ключ же есть для этого, ну да.
Так, мы взяли столько предметов. Я захожу в локацию, от одного избавляюсь и 2-3 беру новых. Надо колесо стыбить, правда? Конечно. Вопрос, куда идти? Так, а с гусеницей мы до сих пор вопрос не решили. Мы не знаем. Ну, попрыскать чем-то, может, надо. Так, может, это ножовка по металлу, условно? Что дальше? Запустил, и что? Вот свечу я не помню. Где же тут свеча? Где же тут, друзья, свеча? Где-то вот тут, может, маленькая какая-нибудь, какой-нибудь причудливой формы. Свеча-то может быть различной формы, по сути дела. Да, натыкал, натыкал. Ой. Аж уже конечности занемели. Свеча, где же ты, моя свеча? Блин, вот она. Прямо возле подсказки, походу. Так, в первую очередь нужно поднять ворота. Ворота подняли. Без колеса вагонетка не поедет. Колесо есть. Вперед. И зачем она уехала? Так, здесь надо емкость, которую можно поставить на это. У нас ничего нету. Второй формочки не хватает. Второй формочки можно с этой слепить. Так. Надо растопить чем-то печь. То есть тех предметов, что у меня, вам все равно мало, и надо еще что-то. Я думаю, что где-то что-то случилось. Может быть, надо вернуться назад, и где-то какой-то проход пробит условный. То есть потом мы сюда еще вернемся. Видите, как, друзья, бывает? То есть казалось, что уже конец игры, мы там фактически это. А тут новый мир, куча новых действий, куча предметов. Просто огроменная куча, больше, чем даже было раньше. Но, заметьте, подают совсем по-другому. То есть, если раньше было много локаций, мы туда-сюда бегали, здесь фактически дают по чуть-чуть локации, но предметов накидывают так с душой. Такого нету. Знакомая изолента. Вот это такое. Так, что осталось? Ведро? Что может быть проще, чем ведро? Мусорный бак вообще было, не ведро. Так, на секундочку, как говорится. Так, котелок. То есть можно вернуться. Поставить котелок. Пустой котелок ни к чему. А что внутрь положить? Такого даже ничего и нету. Тут пока не все понятно. Нечем растопить. Нечего...
внутрь положить. Гусениц мы до сих пор не знаем, как убрать. А вот, собственно, друзья, и следствие нашего этого. Блин, опять трепоется на поиска. Да что ж такое-то? Ну, давайте оценивать новую сцену поиска. Насколько здесь все плохо. Лопатка, кстати, где-то у нас было что-то. Можно было откопать. Я как-то про это и забыл. Сейчас про лопатку подумал, точнее, увидел и понял, что... Где-то я что-то еще подзабыл. Ну, хотя нашел бы что-то похожее, я, конечно, сразу же бы вспомнил. Так, яблоки. Снегоступы. Снегоступов не вижу, они вроде... А вот сверху мороженое. Растаявшее мороженое. Бонсай. Свирель. Свирель это как... Как? Может, это, да, курительная. Вот здесь курительная трубка, а там просто трубка. Ну, почему там нельзя было написать? Так. Лопатка. Где-то было, друзья, точно. Так, кажется, этот эльф спит, но боюсь, если я попытаюсь взять фонарик, он может проснуться и улететь. Давайте паука туда пустим. Друзей накидаем. Пум-пум-пум. А что сделать можно? Так, это какой-то пазл. Твою мать, опять любимый пазл. Ух, хорошо, что несложный был. Так, что здесь? Ключа качельки разбираем, берем гвозди. Или берем дощечку эту. Не, дощечки берем. Так, бруски. Что-то еще полезное, видимо, есть, раз нас сюда вернули. Только я не могу понять, что здесь полезного. Так, на что обратить внимание? Ничего не понимаю. Так, где-то было что-то можно было покопать. Что же там они спрятали? Солдатики и камень. Ага, оловянные солдатики можно закинуть в котелок. Надо подбавить жара. Видимо, бруски сюда. Хотя бруски слишком жирновато будет. Бруски это качественно отшлифованные досочки. Куда их там кидать-то? Сцена поиска. Да. Вот с этим разработчики немножко зачастили. Вот можно было сделать здесь какое-то небольшое исключение. Там, я не знаю, по две штуки пустить. Ну, слишком уж много. То есть, если раньше мы совершали там 4-5 действий каких-то, потом нарывались, или там 6 даже действий, потом нарывались уже. Ага, то есть надо не дрова, а вот это вот. Кузнечные мехи надо. Все понятно с вами. Так, ружье, золотой слиток, венок. Где ж тут венок-то спрятали? И крюк я только что где-то видел. Прям перед глазами висел, или мне кажется уже.
Вот же он. Да, видел его. Можно вернуться опять назад. Давайте воспользуемся вот этим. Здесь какая-то форма еще осталась. Котелок с соловом. Зачем мне он нужен? Жуков спалить нафиг. И третье. Смотрите, одно действие, и мы возвращаемся. Ну, это перебор уже. Блин, разработчики сами себе портят это. Кстати, вот опять опрыскиватель. Можно пойти, теперь будет это. Гусениц потравить. Эх, ладно. Последний рывок. Ну, что-то мне подсказывает, что еще будет 3 сцены поиска где-то. То есть внутри, судя по количеству предметов, внутри нас еще ждет целая обойма действий. А так как они здесь работают, одно действие, одна сцена поиска, то боюсь, друзья, мы еще с вами не скоро. Вот из-за этого, друзья, вот многие старые игры не любят. То есть, видите, вот бывают интересные моменты в игре, а ближе к финалу разработчики начинают халтурить. Здесь это вот четко видно. То есть, что им мешало как-то по-другому это все спрятать? То есть мало того, что локаций не очень много стало, так они еще эти сцены поиска по 3 раза пихают. Так себе удовольствие, если честно. Да, как мы и думали, опрыскиватель. Давайте вернемся. И фактически опять вот этот блок локаций мы полностью завершим. Хотя нет, там еще останется какая-то форма непонятная. Я не знаю, зачем мне подсолнух. Может, ему сюда подсунуть. Облить его этим как? Вот здесь непонятно, почему или просто не пропало, то есть какая-то, знаете, недоработка финальная. То есть я сюда зашел, и я не знаю, что с этим делать. Я вообще в шоке, друзья. Я думал, тут что интересное будет, а тут что-то... Что-то непонятное. Так, материал есть, глина. Слепок. Почему цветочек? Там, наверное, цветочек разве был? По-моему, другое что-то здесь. Так, все, отсюда мы уходим. Тут мы все поделали. Ух ты. Кто здесь? Да, где моя зажигалка делась волшебная? Зажигалки-то нету. Нужен рецепт. Нужно чем-то зажечь. Есть сундук. Какой-то, какие-то камни были, но, видимо, не подходят. Так, давайте другую кнопку нажмем. Что-то нам не катит пока туда. А еще есть и третий вариант, наверное. Кисть. Что здесь? Не хватает какой-то фигурки. Лампа разбита. Опять сцена поиска. Так.
что здесь, вращая ручки, расположите по углам, необходимо собрать пазл на двигающихся полосках между ними. Поворот одной ручки переводит две ближайшие полоски с фрагментом пазла на одну позицию. Вы знаете, друзья, я не знаю, сколько осталось, но на сегодня я точно завершаю прохождение. Сцены поиска просто утомили. Завтра, надеюсь, все будет ближе к финалу, но вообще в целом, вот, я не знаю, как вам, мне лично чувствуется сразу такое, знаете, вот перемена качества выполненной работы. Да, предметов много, да, такие, знаете, разнообразные локации, но, ну, во-первых, пропал сюжет. Пропала какая-то интрига. То есть цель, за которой мы сюда ехали, спасти журналиста, мы его нашли, он жив-здоров, мы его спасли. Зачем лезть дальше, по-моему, ну, это не сильно обязательно. Понятно, это игра, у нас главный герой. Он должен докопаться до сути, потому что такова его природа работы. Он, напоминаю, работает детективом. Но, тем не менее, вот дальше идет игра просто ради игры. То есть геймплей ради геймплея. Ничего, по сути дела, интересного, мне кажется, мы уже не узнаем. То есть пропали те же записки, которые мы находили в парке. То есть какая-то история дополнялась. Был тоже такой, знаете, ну такая небольшая мотивация. А что же, а как, зачем и почему? То есть началась какая-то вот эта вот абсурдность такая той реальности. Мы просто вот... нам дают дозированно по две примерно локации, по три. Мы там что-то совершаем, находим кучу предметов у нас. Двигаемся дальше, очень много вот этих наслоений в виде сцен поиска. То есть, если игрушка до этого была там, например, на восьмерочку, то сейчас она скатывается ближе к шестерочке. То есть игра уже не для всех, игра может надоесть, игра ничем тебя не интригует. То есть просто для фанатов жанра. Вот такая вот, друзья, перемена. Я очень надеюсь, что вторая часть, за которую вы очень сильно голосовали, будет в этом плане значительно более рационально сделано, и вот таких вот перепадов в самой игре не будет. Ну а на сегодня все. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.